Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Перед просмотром попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Так как в нашем канале мы стараемся делать максимальный обзор по различным способам заработка. Также у нас есть телеграм-канал, там мы публикуем те способы заработка, которые не попадают нам в YouTube-канал. Итак, хотел бы поблагодарить огромную вам благодарность подписчикам за то, что вы ставите лайк, подписывайтесь на канал, делайте комментарии. Это способствует продвижению нашего канала. Что хотел бы показать на сегодняшний день, это проект Aglet One. То есть это похожий проект Stepn. То, что там, где ты ходишь и зарабатываешь. Здесь аналогично все то же самое, кроме того, что здесь без вложений. Вот, так как я стараюсь публиковать видео на заработке без вложений, этот видео не исключение тому. В общем, есть приложение на Google, то есть как и на Android, так и на App Store, то есть на iPhone. То есть, что требуется дальше, то есть ссылка будет в описании. Если в вашей стране, например, оно не поддерживается по какой-то там другой причине, все ссылки тоже будут в описании, пользуйтесь, все максимально распишу. Для того, чтобы вы могли подключиться для данного проекта. Также там будет код, тоже нужно будет ввести для того, чтобы заработать, ну, то есть партнерский код, скажем так. Итак, вот такое вот приложение. Так, продолжаем наш обзор. Я перешел на свой смартфон, чтобы максимально подробно все сделать вместе с вами. Итак, мы что нам нужно? Сейчас мы скачаем с Play Market, так как у меня Android. Если у вас iPhone iOS, то есть вы через App Store. Нажимаю на Google Play. И я устанавливаю свое приложение. Что здесь? Здесь есть, то есть, видимо, кроссовки, да. То есть эти все NFT-шки мы получим NFT кроссовок бесплатно. То есть, если в Stepn мы получали кроссовки, скажем так, за деньги, то здесь, так как ранний проект, мы можем получить эти же кроссовки, то есть, скажем так, бесплатно. Почему бы не испытать удачу, не попробовать, не забрать сейчас кроссовки. И плюс поговорю к тому, что данные кроссовки и данный проект очень таки перспективный. Плюс данная монета, ту, которую мы будем ходить зарабатывать, она уже есть на таком, как CoinMarketCap на сайте. И вообще проектов таких довольно похожих очень много, но некоторые вообще не залистились. А некоторые вообще не попадут туда. То есть, скажем так, это самый нормальный, самый крутой проект. Плюс там будет код в конце, я все покажу максимально подробно. Когда нужно установить и когда вы насобираете 10 тысяч шагов, я буду собирать вместе с вами, вы получите, скажем так, свою 1000 монет в этом проекте. То есть за эту 1000 вы сможете, ну, за это нужно собирать за все время, то есть 10 тысяч шагов. Вы можете за час, за несколько часов это находить, это не есть проблема. Все максимально быстро, подробно и без воды я буду показывать, рассказывать. Ну, с вас попрошу комментарии, лайки и, конечно, подписка с колокольчиком. Также не забывайте про наш телеграм-канал. Что хотел еще бы добавить? То есть мы, когда ходим, будем зарабатывать в зависимости от кроссовок определенную монету. Плюс там есть такое понятие, как... ну, то есть кроссовок грязнеет, это значит, что его устойчивость. Плюс здесь будет показываться погода. Чем лучше погода, тем больше заработок. То есть можно даже погоду отслеживать. То есть оно максимально полностью будет вас, оно сгенерируется с вашим местоположением, чтобы вы могли, чтобы оно могло по максимально считываться. Вот оно уже делается проверка. Вот, открываем данное приложение. Также я рекомендую ссылать мои видео YouTube канала, так как я показываю, как это максимально подробно, максимально просто это все сделать своим друзьям. Во-первых, вы мне поможете продвинуть канал. Во-вторых, вы сами себе, ну, поможете друзьям, как это все сделать. Если у вас нет там времени особо объяснять. Итак, мы нажимаем Get Start. То есть это кроссовки. Ну, показано, что. Что, какие, если есть, понимать низкий язык, можете почитать, конечно. Нажимаем Let's Go. Также есть у них, скажем так, самые крутые кроссовки. Вот, они залистены на OpenSea. Если у вас есть желание, вы тоже можете их приобрести. То есть здесь мы уже выбираем вид кроссовка, который нам более всего подходит. Я выберу средний.
И сейчас я постараюсь, ну, введу это все в переводчик и переведу, для чего, что, какой кроссовок, чтобы вам потом рассказать. В общем, здесь особо разницы нет, какие кроссовки мы выберем. Я, например, выберу, пускай будут все-таки первые. И нажимаю GoPam. Yes. Итак, появляется вот такая вот коробка. Нужно дважды пальцем кликнуть по нее, а потом как бы свайпнуть, то есть показывается вверх сделать. Вот, и вот появляются вот такие вот кроссовки. Нажимаем дальше Next. Нажимаем, ну это на аватар, Let's Go. Ну как мы хотим его одеть, то есть скажем так, цвет кожи. Ну то есть максимально то, что мы, скажем так, хотим. Одежда. Так, потом это курточка. Ну, то есть, максимально вы можете одевать, как вам больше всего нравится, своего аватара. То есть, или шорты, например. Ну, то есть, максимально все сделано. Какого цвета там джинсы. Ну, то есть, все есть. Нажимаем галочку. Go it. Итак, после этого мы нажмем дальше next. И здесь уже, когда перешли, мы делаем же регистрацию. Итак, мы дальше соглашаемся и подвязываемся к нашему Google. Здесь ставим галочку и здесь Sync up with Google нажимаем. Итак, здесь создаем свое имя и указываем реферальный код. То, что будет в описании, вы вводите его туда. Итак, нажимаем Onwards. И вот есть Fitness Staking, Auto Start Staking, Battle Setting и Local Service. Фитнес мы выбираем. Итак, нажимаем Auto Start, Go to Setting. Все, это показывает, что оно будет автоматически запускать. Вот, что будет автозапуск, нам нужно напротив этого приложения вот вправо нажать. Нажимаем сюда. Возвращаемся назад. Так, ну короче, я так понимаю, что здесь все нужно пройти. Здесь мы переключаем на неограниченный. И также плюс телеграм-канал разрешаем. Все, теперь cap now. Все, вот наш кроссовок. Теперь нажимаем done, готово. То есть, ну, нам нужно для начала пройти первые 1000 шагов. Вот оно показывается нам, погода. То есть убивание, то есть что к чему. Ну здесь максимально все расписано, показано. Так, здесь мы, ну то есть мы свапнули влево. И теперь оно показывается, где мы находимся. И теперь мы будем ходить и максимально все сейчас будем разбираться. Это те, которые кроссовки у нас есть. Это тоже кроссовки те, которые можно купить за вот эти вот очки, которые мы здесь набираем, эти токены. И видите, вот такие вот, когда я нажимаю, нажал буквально свапнул максимально влево. И вот видно, да, то есть энергия, а вот такие вот как коробочки, сейчас постараюсь увеличить, вот. Это когда мы здесь вот проходим, оно дается тоже в дополнительные бонусные какие-то там, скажем так, призы. Вот, так что здесь мы просто, если мы живем, например, в большом городе, мы здесь будем ходить и уже, естественно, уже больше зарабатывать. То есть в городе это будет намного проще, намного больше, чем, например, в поселке или там в селе, СМТ и так дальше. То есть в городе намного-намного все покруче и поярче. То есть я нажал синхронизировать. Здесь интуитивно, в принципе, все банально понятно. И чертовски, блин, интересная приложуха. Когда мы свайпаем вниз, у меня сейчас пока истории нет, но здесь идет история. И там каждые 1000, 2500 шагов и так по нарастающей. Мы за каждые, это, за каждые шаги, эти 1000, 2500 шаги, так сказать, как рубежи, мы получаем ну, кроссовки. То есть вот, все новое, новое, новое. И пока есть возможность, вот эти вот кроссовки выйдут на продажу 14 мая. До 14 мая нужно постараться, как бы сказать, находить и постараться заработать. Вот. Будем пробовать, чтобы не затягивать видео и слишком, скажем так, пока я протестирую все такое.
Может такое получится, что я заработаю, а вы не заработаете. Поэтому я снимаю сейчас видео, и вы можете вместе со мной это все вместе пройти. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. С вами был канал «Как заработать деньги в интернете». Всем пока, хорошего заработка.